Привет. Значит, это вторая часть видео, как аккуратно работать с вмятинками. Значит, вот учебно-тренировочная деталь. И как мы видим, допустим, здесь вот, следы тренировок видны, да? Вот. На предыдущем примерчике вот здесь вот рассматривали, вот на этом месте рассматривали мы, когда делались вмятинки. Теперь вот это я обозначил специально, чтобы, так сказать, отделиться. Теперь вот я различными грибками натащил шишек. Вот шишки — это те же вмятины, только в перевернутом виде. Но, на мой взгляд, работать пробойником и работать аккуратно, чтобы после этой работы оставалась как бы чистая поверхность, красивая, не менее важно, а может быть и более важно, потому что по своему небольшому опыту скажу, что работа с пробойником, как правило, занимает большее время, и как бы результат не меньше зависит от работы пробойником, чем результат работы крючками. Вот. И вот таким образом я показываю, что как на предыдущем уроке я учился, так сказать, поднимать вмятинки и забивать бугорки. Теперь эти же вмятинки, только в перевернутом виде, будем забивать пробойниками. Вот. Чем я буду пользоваться? Пользоваться буду на этот раз вот такими пробойниками. Вот один самодельный, один покупной. И, конечно же, волшебной палочкой-забивалочкой. Вот. Ну и посмотрим, что из этого получится. Вот он, этот наш испытуемый, так сказать, раздел, где свежесделанные шишки. Шишки делались клеевыми грибками. Вот такие вещи, когда приходится работать, частенько получаются. Вот теперь их надо разбить. Приступаем. Смотрим, что у нас получилось. Вот. Вот шишка, вот шишка, вот, 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 вот. Вот она, вот она, вот она и вот она была. Смотрим внимательно. Вот, следы видны. Вот в лампе это тоже очень хорошо видно. Вот поворачиваем с этой стороны. Как бы вот здесь вот такой рубец, плохо видно. Опускаем лампу. И вот он виден отчетливо. То есть, а если лампочку поднять, то особо он и не заметен. Поэтому контролировать надо. Лампу настраивать соответственно, чтобы было как можно лучше видно все недостатки, и делать и так с разных сторон. Вот, все то же самое, что в предыдущем видео, я, так сказать, повторю здесь. Единственное, что ямки здесь вывернуты наизнанку в виде шишек. Вот и все. Вся разница. И там мы их поднимали, а здесь мы их забивать будем. Вот. Работаем дальше. Вот очередной этап работы. Забивал, чуть покрутился, повертелся. Вот видны те места, где
последил кернышек, да, видно. Вот, видно дальше, вот там. Ну, тут я в двух местах вот такими вот маленькими игрался. Вот. Вот такими вот игрался. То же самое в забивке. После вот таких вот... вот здесь как раз вот он стоял. Раз. И вот он стоял. У нас вот он, два. Вот как бы... Это до этого я тренировался. Вот, все видно. Видна работа. Допустим, вот неаккуратная. Когда складками, шишаками. Вот, и видна работа здесь. Понятно. Тут не идеал. Да и идеал он не бывает. Тут кто понимает, что как бы работа сделана аккуратно, это аккуратно. Вот. А некоторые есть товарищи, так называемые хейтеры, их в интернете много. Люди любят обсирать чужую работу. А начинаешь как бы разбираться или писать, что, дружище, покажи свою работу, что ты можешь. Тишина, или начинает умничать, и, или учить там чему-то, или говорить, что он там царь и бог и воинский начальник. В итоге, куда ни кинься, тишина. То есть сам человек из себя ничего не представляет, а занимается тем, что хает чужие работы, и этим счастлив, и рад, и этим живет. Сразу скажу, таких я, ребят, не приветствую. Буду удалять глупые такие вот писанину, чтобы не будоражили себя. Вот. Эти фортели со мной не проходят. Вот. Я показываю то, что вот очередной этап работы. Здесь еще не все сделано, но если разобраться, посмотреть, более-менее уже как бы получается ничего. Вот с этой стороны смотрим. И посмотрим сейчас отсюда. Вот. Тем не менее, глаз человеческий видит. Кое-где еще поджеванность есть. Можно все это пробить, разбить. Честно сказать, не вижу смысла. Даже вот так, скажем, взять в отраженке, посмотреть. Довольно-таки неплохо. Вот. Или посмотрим вот здесь. Да, это видно. Сейчас открою на улицу. Тоже один товарищ мне умный написал. Наверное, мастер. Пишет, что вот это все криво, все косо. Вот если на улице, все будет видно. Давайте посмотрим. Я написал, что, дружище, если сделано аккуратно, вот на улице ты вообще ничего не увидишь. То есть в лампе, ты если видишь, вот, это вот с косяками работа. А вот, смотрим, что вы увидите. В лампе, наоборот, видны все нюансы. А если... в лампе уже еле-еле видно, то что касаемо улицы, уже не увидишь ничего. Также вот здесь вот. Вот тут практически ничего не видно. Хотя в лампе кое-что еще, как бы пожевано с металла, она видна. Вот. Смотрим еще раз. Это я к тому, что нефиг умничать, ребята.
То, что вы там пытаетесь из себя изобразить, я уже это прошел. Вот возьмите и сделайте так же, как я, хотя бы повторите. Или вопросов нет. Покажите, если вы делаете, знаете и умеете, как сделать лучше. Снимите кино, киньте мне ссылку. Скажите, вот ты не так делаешь, вот так надо делать. И вот так, и вот так. Вопросов нет, я поучусь. А вот такие гниловастенькие кидать, что у тебя ни одной работы нет нормальной. Да ради бога. Просто буду удалять. Вот, это не для вас видео снимается. Это снимается для тех, кому нужны мои советы. И кто этим видео рад. И кто на них чему-то научится. Вот. Так что вот так, с комсомольским приветом всем умникам. Это вторая часть. Вот. На первой мы делали вмятинки, на второй мы делали шишечки. Это как бы базовый момент, с которым надо стараться дружить и уметь это все делать. Вот так вот. Всем привет, пока-пока.